Путешествие в Крым теперь сплошное удовольствие. Все службы работают на отлично. Я это решить для себя не могу. Владимир Путин продлил до конца будущего года действие ответных мер, наведенных рядом стран антироссийских санкций. Указом президента в Россию запрещен импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия стран, которые применили антироссийские санкции. Начинаем с мяса. Иберийская свинина в натуральной оболочке, кишках и желудке, корявинки, овощи, зато без пестицидов.